Ну, ну, зови, да. У нас стоит. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, еще один круг шагом. Пряча, быстро пряча. Ты? Да. Вот так, супер. Нет. Пожалуйста, еще круг шага. Еще надо. Быстро, 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 быстро. Yeah.
Первыми по порядку стоят питомника Валарис. Представлено сочетание от трех отцов и четырех матерей. В группе один кобель и три суки. Конечно, кобели, как и всегда, отличаются немножко от сук. В общем и целом, у животных правильное соотношение пропорций горизонтальных и вертикальных. Есть некоторые замечания по длине поясницы, по объему грудных клеток. И некоторым хотелось бы более длинный круг пожелать. В движении практически все держат линию верха. Движение демонстрирует хороший баланс. По порядку вторая группа у нас представлена. Это группа питомника русских. В группе два кобеля и две суки, которые получены от трех матерей и четырех отцов. Группа достаточно типичная. К сожалению, хотелось бы кобелям пожелать более прочную линию верха. И в движении всем собакам желательно иметь более свободный вывод. У отдельных животных есть ограничения по объему и глубине грудных клеток. У некоторых особей очень ярко выражены задние конечности с тенденцией к переугу. Первое место сегодня занимает заводская группа питомника Валарис.